подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. А что ждет, пакет? Взял, лапаешь. Ты не можешь не лапать. Это ж лапайка, в смысле? Я не знаю, зачем мы сидим с тобой, но этот... Если сидеть, тоже посижу просто так. И до последней секунды лапаем, типа я Рафам. И сейчас тоже лапаешь, нет? Нет? Ну ладно. Кто накакал сюда? Хода давай соберем. Дадут повышение характеристик, у нас хотя бы эта штука, возможно, будет что-то делать. А, ладно, все равно не нравится. Ребят, сколько этому смайлику? Он же не был такого, что он недавно вышел. Он давнишний, ребят, смайлик или не давнишний? Есть экспертов с маликом? Гиперси не было, то есть гиперси мы добавили. Парней ему, а, да. Положите в руку 5 карт за зонтик. Не знаю, просто небольшие фанаты, если честно, этого квеста. Без маски, ребят, без маски. Так, паричок, спасибо тебе за 100. Давай, ставлю твой трекич. А сейчас все музыку не заказывайте. Музыку заказывайте. Вот я поставил то, что сейчас играет временно. Я думал, сейчас там что-нибудь закажут по музыке. И что-нибудь другое уже будет играть. А, раньше был звучок. Я понял, понял, наверное. А что нам нужно было делать за друзьяшек? Элементальные механизмы. Ну-ка такую штуку заберем. Может так попафайся. Так, квест называется карта. Когда вы разыграете существо того типа, которого у вас пока нет на столе, одно ваше существо каждого типа получает 2-1. Видали? Ну, друг забав, не надо друг друга бафать. Надо раздратора бафать. Надо сейчас ему присотки найти, там, меха вот этого вот, где он там, боебот или на монетку, или там, репликатор, чтобы сделать из него боевое существо. То 1-1 сидит такой, чисто ждет, когда его жестко забьют. Нейтралки считаются? Не, нейтралки считаются. Считается только этот. Просто, по-моему, как скиллинг, эта штука, ну, хреновая, если только с этой штукой играть. Трек, который сейчас играет, сейчас я подскажу тебе. Давайте ссылку дам. Где-то квеста вообще ждала бы типа ждать меня не держать. Ну, может быть, да. Пока надо все равно сначала выполнить квест для начала. Так что все равно такое. Так, у него бран есть для нас. Ну и больно, конечно, по нам дает. Бранд. Пойди, я забрал тебя, с тебя каплю достанем, капля мне сразу эту штуку выполнит. Верно, ребят? Верно, Арслан. Чел пробил на 14 чувака, за что? Ты злой. Ошибка. Лема механизма. Ну ладно. Хочу эту штуку забрать. И обилка, я не знаю, брана в руке подержу. А что если подержать эту штуку в руке? Да не ладно. Не-не-не-не-не-не.
Демон внутри, он такой злой, дядя кошмар. Свашка, а да. А привет, держи привет. Песенку, а то грустный сидишь. Кстати, я грустный. А что такое смазка? Смазка это этот. Обычно, ребят, используется. То есть это вещество, которое, как бы, не знаю, сглаживает, ребят, смазывает, чтобы, ну. Используется вот там машина, допустим, чтобы там тоже поехала, надо. Или. Как объяснить, ребят? Уменьшает трение, да, уменьшает трение. Во-в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 о
Там не сломать ничего. Давай в Матрону тычку. Пам. Ай, хорошо. Хорошо, ребят, демон не сработал. Отлично. Машенька, ребят, как Машеньке 5 лет объяснить? Вот на качельках качайте, чтобы качелька не скрипела, такой... вот такой штуки не было, смазывают, вот. Нормально объяснил? Так, ладно, сейчас, секундочку, я думаю. Я, ребят, жестко думаю. Как будто это обилка вперед, да, даже? Я вышел из этого брать? Наверное, нет, не буду. Ты опять же пуп в начале стрима показывал, и я пропустил. Ну, классно, да, играешь. Так... Смотрю, спасибо. Учусь, подчеркивание. Подчеркивание даже. Ничего себе. Спасибо, спасибо. О, боже мой. Тыщ. Можно было продать, забрать пирата, но как будто такое. Там рыцарь! Не, там скеллинг идет. Пак. Рип горшок. Так, еще живой сейчас для начала. Спасибо тебе за 100. Твой трек тебе поставили. Следующий после вот этого вот. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вы как 2 притычки сделали, не понял. Рип горшок. Какой еще такой горшок? Так, Ярнкан, спасибо тебе за 200. Твой трек поставил в очередь. Спасибо, здорово, спасибо. Армин, здорово, Армин Башбюрен. Расскажи, что тебя привлекает в мужчине. Какому какими мужчине? Качествами он должен обладать для крепкой дружбы с тобой? 12. Какому мужчине привлекает качество? 12 норм, в смысле, рост? Нет. Так, а что делаем сейчас, секундочку? Тут чуть сложно немножко. Лучше что-то найдем или что ли пойдет? То есть продал, поставил. Забафал чутка. Поставил. Забафал чутка. Вап. Ну, гроу сделаем. Шух-шух. Ну, допустим. Вообще, возможно, была где-то раньше, да, этот, кормить. На его баф плевать, брана хочется забрать, да? Что-то не достаточно сильно, надо больше мне карт. Хочу больше карт, все карты мне! В мужчинах, ребят, кстати, ничего не привлекает. Такие качества, ребят, не привлекают, не привлекают. Что за квест, ребят? Квест «Карта неведомых земель». Когда разыгрываю существо того типа, которого нет на столе, то одно существо другого типа получает 2-1. То есть у меня там есть механизм, нежить,
То есть мех, нежить, элем, мурлок. Эта штука, допустим, демон можно разыграть, таким образом забафать, можно этого пирата поставить. Тоже идут бафы, но, да. Абилку хочу нажать, забрать просто еще одного брана, и все, и как бы сидим так. А кто мне запретит, ребят? Кто мне запретит? Сейчас левелап нажму, заберу брана, и все, сидим. Сокровищница. Получил на 15, но у него рыцарь был. Он нереально мощный там рыцарь. Так, ну поставил. Забрал. Продал. Стенку из кого сделал? Ребят, кто хочет быть стенкой? Кто готов принять на себя удар, чтобы защитить стримера? Есть чати такие? Герой, который возьмет на себя удар. Ладно, не ради стримера, ради Матроны получается. Чтобы никто этот яйца не трогал. Не трогается! Можно стенку из брана сделать вообще. Ради того, чтобы потом прокручу баф, этот, баф стенок, и он тоже будет бафаться. Нормально, нормально. Потренируемся. Готов защититься стримером? Нет, стримером... У меня стенки, ребят, нет. Я не смогу вас защитить. Так. Ой, вот это идет трек. Хороший трек. Что он сильный? Зачем такой сильный? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так. Почему не показывает? А, Бран дивнул, я думаю, почему не показывает его стол? Не выдержал моральное давление. Лерой Дженкинс. Не привлекают его мужики, что пристали. Только сочные пенсионерки. Именно сочные, ребят. Какие еще пенсионерки? Можно дуэт забрать, а потом скопировать таким образом брана, потому что бран ливнул, и я, походу, с него брана и больше не получу. Я думал обилку нажать, магмалока забрать. Я могу все еще поставить себя, сделать... А может, стоит того? То есть поставил кувшин. Забрал того чувака, нажал обилку и залочил магмалока. Вообще-то песенка Пабло еще есть на него. Не, хорошо. А так, Лизу Ивана, спасибо за стол. Спасибо за поддержку. Раздражённый, ребят, раздражённый. Мне нужно больше карт. Матрона то, что нам должна давать карты. Там было что-то прикольное для меня? По-моему, не было, да? То есть забрал.
Один роу сделаем. Йоньк? Но как? Ребята, если я буду сейчас АФК сидеть, меня забанят за 3-2. Я хочу сейчас ничего не менять. Стенку баблу поставлю и все. Давайте я посижу, а потом вы никому не расскажете, этот, что я этот АФК сидел. Будет нашим секретом. Извини за чай с молоком и солью. В смысле, извини за то, что он существует, Арслан, что ли? Привет. Смотрю тебя. Так. ТК, считаю, что ты один из лучших серов, и чтобы учиться. Кого? А ты проиграешь на 2К рейтинге. Даже ставка 1, 3 и 4,8. Какие у тебя оправдания? Так я оправданию не надо оправдываться. Один из лучших кого? Погоди. Армин Ван Бюрен. То есть ты хочешь сказать, что при виде потного волосатого мужчины у тебя не возникает желания повалить его на землю и в жаркой борьбе одолеть, а после дать ему свой? Свой что? Ну, нет у меня такого желания, то есть я если иду, не знаю, там вот, как она должна работать? Ты идешь в жаре, смотришь, на встрече ведет тоже там, не знаю, мужчина, которому тоже как бы жарко. Как бы, ну, я не думаю, что адекватная сразу на это реакция, это сразу, ну, как бы пытаться его повалить и... Здарова, Арсванчик, любимый. Привет, ну, любимому чатчику. Возьму в привычку влетать не только с голосовым, но и с музыкой порой. Всем вот, хорошего вечера, меньше чем три. Меньше чем три. Получай, бран. У него был бран, кстати. Фак. Так, спасибо, спасибо. Спасибо тебе красно. Поставил трек в очередь. А почему ты не играешь как... Я все правильно. Все правильно. Мы же на крыльях дадим стенку. Ошибка. Что быстро время идет? Дайте карты поиграть. О, как не поставил, что? Я думал, его ставить или его ставить, но у меня время есть. Что? Ну что, у меня квест на... Как называется? О, фак. Пиу. Пиу. У меня квест на злого двойника. Должен был появиться еще один с усиками. Что вот. Вообще могу его забафать довольно быстро. От таких надо избавляться. Сейчас мы от таких избавимся.
Шух. Порт. Сейчас побафаемся, ребят. Ладно, это мы ставим. Лерой Дженкинс. Хочу вас забрать, с одной стороны. Ты все-таки маловат, да, будешь, так что... эта штука, блин. Хрен тоже разыграешь нормально. Не-не-не, нельзя. Нельзя. Шух. Есть такой чувак. Роу. Мышка, ребята, фул переобувка. Сейчас все забафаем. Все, что есть, ребят, в игре, все забафаем. Лучше не буду. Сейчас всех. Следующий трек ставлю. Вот этот идет. Это, ребят, если что, был Мурлочин. Есть. Давай, Мурлока, что ты, верно, на раскопку демона у нас пятый. Да, хорошо. Ты молодец, хорошо придумал. А что, если тебе отвечу? Мама! Что там будешь делать? Ошибка лочит квест. Да, лочит. Вообще магнитики правильно как будто забирать, если вы остаетесь. А вы остаетесь у меня? Забрал, не знаю, билку дал. Нам надо Лероя будет забрать потом под Басажабра, да? И надо будет этот я выкинуть, чтобы Басажабр призывал именно Лероя. Секундочку. Не лучше эта ошибка. Крутил сегодня с двумя ошибками, изи. Не, смотри, когда разыгрываешь существо того типа, которого у вас пока нет на столе, одно у вас существо получает 2-1. Если у тебя ошибка, то есть ты ошибку ставишь, и она срабатывает. Но если у тебя ошибка на столе, то смотри, вот у меня, например, нет Лема, но у меня есть Мурлок и Лем. Я играю Лема, баф не происходит. А ошибка по логике должна, ну как бы, вот это все. Все вместе, нет? А, ты... Ой, ты же огромная. Копает режиссерки с демона красота. Да не, нет, тут этот. Ну хорошо призывается. В этой штуке много всего. Тут героя, да нафиг. На следующем мы, скорее всего, хотим, что вроде просто еще можешь поискать. Королеву. Королеву и. Не знаю там. И Басажабра в триплет. Сам посмотри, с ошибкой работы, думаете? Ошибка не считается. Просто по логике должна вообще никак не работать. Должен, по идее, просто ломать эту штуку. А позже на понос пока не включишь говновоз ГГК. Здравствуйте, самый лучший стример этого канала. И не только этого, правильно? Спасибо тебе, Свеклов. Уже здоровались, но здравствуй еще раз. А самнат, да где самнат? Очевиднейший не самнат, я думаю. Минус бран.
Допустим, эта штука Мурлок нежить. Как бы нежить и нет, тоже не под ней сработает. А, Лероя продай, возьми демон, который здоровье на урон лицо растет. У тебя триплет Лероя был. Ну, я знаю еще, зачем мне триплет Лероя. Зачем у него два есть, нормально. Бери бурю. А вот если не возьму. Не, просто мне забрано делать. Опа! Есть. Ой, только я Лероя очень плохо поставил, ё-мо. Надо было поменять базу их местами. А то Клифф может забрать на себя все на свете. Тин, 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 та-да-та-та-та-та, ну вот вода. Та-там, пэм, 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 пэм. Я сейчас проиграю в кусочек, походу. Я не проиграю. Пем-пем-пем-пем-пем-пем-пем-пем. Ну, 1-1, да там же не 50-50, там вся призывается волна стоп. Ой, не, погодите, там какой по ордеру трек? По ордеру идет этот трек, секундочку, нет, вот так правильно. А, ВТФшка, спасибо за подарочную подписку. Эх! Ну как расставиться? А, это снова ты. Рыба. Чат слишком зазнался. Признаешь, что не смотрел на ордер, просто решил включить рыбу. Так, ну, получается так. Ну, по ордеру там тоже так вышло, что рыба идет следующая. Рыба. Привет, здорово, Сань. Так, тут 20 хп, нормально. Рыба. Лерой представить, Лерой... А, да-да-да, да-да, нет. Я про это помню, отлича. Моя бабушка захотела тебя. Она говорит, что угостит тебя своим свежим соком и даже может снять свою вставную челюсть. А Дапарик говорит, надо поменять. О. Не надо. А, это снова ты. Сколько? Но как же меня возбуждает этот твой парик. Так. То, как ты покусываешь губы, так. Уже жду нашей следующей встречи. В этот раз ты командуешь процессом. Сладкий. Чё за донаты пошли? Бабушка там тебя хочет какие-то этот, это чё ж такое? Чё-то вы, ребят, прям жестко это откринжуете кого-то. Такими темпами сейчас с вами драться пойдем. Чё началось? Тут люди заходят впервые на стрим, думают этот. Здравствуйте, интересно, что-то происходит, хочу посмотреть. А тут вы такое пишете. Чё не подумают?
Не знаете, продать, клип забрать. Или просто так же пробуем. Ну, Гонер так же пробуем. Может быть, просто коллекционера заберем на следующий ход, но тоже не уверен. Насколько он вау как нужен. Криплет собрал, дэм. Только чем ближе, тем больше шанс, что эта штука в героя влетит. Повезло. Ой-ой. 7. Что? 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 Ой-ой-ой-ой. Вообще, меньше стенок больше было бы... Хотя нет, нифига не больше шансов контролировать его клиф. Ребят, что? 3000 взяли? Ребят, идем в 7200. Хочешь драки, подеремся. Ребят, я справлюсь в соло. Где-то с 80% чата я смогу уложить. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!